Подходим от первого проезда. И самое интересное, ребят, что если там купание разрешено, кстати, всем привет, это новое видео, то здесь подходим к улице Морской, висят красные флаги, впереди купание запрещено. Замок выглядит просто нереально классно, очень большой. Смотрится просто фантастически. Кадр очень-очень-очень-очень красивый, еще море было не зеленое, было вообще хорошо. Вообще молодцы, ребята. Все, дядя снял, снимайте, спасибо. Вот такие вот искусники к нам приезжают. Но все-таки вопрос остается закрытым, почему на некоторых пляжах у нас запрещено купаться, на некоторых разрешено. Водоросли не критичны, ребят, я в прошлом видео снимал по первому проезду, показал, где-то метра три проходите, дальше вода, в принципе, хорошая. Но хотелось бы шторма, чтобы все-таки все это выкинуло. Людей на этом пляже мало. Это пляж Мира. Туда дальше у нас пляж Феи 3 находится. Потом туристский проход уже возле пирса. Это совсем туда впереди. О, вот это прям шок-контент впереди. Сейчас мы дойдем до зеленых крокодилов. Их я еще в этом году не встречал. Были там от выбросов, которые с каменных пляжей, но вот именно зеленые. Вот он первый. Это, как говорится, первая только ласточка залетела. Водоросли — это наши спасители, честно, на самом деле, потому что они перерабатывают все вот эти вещества жизнедеятельности человеческой и дальше превращают все это в хорошее, так сказать, море. Здравствуйте. Ваши подписчики. Как зовут? Марина. Тоня. Тоня, откуда вы к нам? Шахты, Ростовская область. Как отдых? Водоросли как вам? Ничего, там есть хорошее место. Место, да, чистенькие. А где отдыхаете? На Пионерском. А почем сейчас стоит отдых? Полторы. За двоих? Ну да. Понял. Вам хорошего отдыха. Спасибо, что смотрите от души. Благодарим. О, еще информация и хорошие люди. Как приятно, когда к тебе подходят с улыбочкой. Но мы дальше про водоросли. Видите, люди говорят, что есть чистые, хорошие места. Поэтому, ребятки, не грустите. Всегда можно найти что-то классное и хорошее. Ну, а так, по факту, можно позалипать на кадр зеленого моря, если тоже вам это интересно. Посмотрите, вот как дети прошли водоросли и там дальше себе купаются, наслаждаются, получая удовольствие по максимуму. Ну и мы подошли уже вот к запрещающему флагу. Были бы спасатели, я бы спросил. Но там, видите, никого нет. Может, поэтому запрещено, типа, пока еще не пришли, не начали работать. То есть один из вариаций. И вот, пожалуйста, вам купание запрещено. Можете увидеть, как это выглядит, ну, по факту. Ну, что сказать, кадры, конечно, нелицеприятные. Смотришь, прям не особо радует это все. Больше, конечно, пугают эти таблички. Накатываются волны, так и нежно, и ласково. Наши берега. Ну, такая вот картина, все по-честному, как есть. Вот, повторяю, вот, видите, кончается водоросли, дальше морюшка чистенькая, хорошенькая. Относиться к этому можно по-разному. Блин, ну, хотелось бы, чтобы водоросли убирали. Тем более, я еще раз, много раз рассказывал о том, как сеточками чистили море, все было хорошо. Не обязательно ждать, пока там их куда-то снесет в одно место, они загниют, и все будет плохо. Хотелось бы, чтобы были примитивные меры, которые приводили бы все в восторг. Ну, давайте смотреть на пляж, как выглядит, что здесь есть интересного. Рассказывать и показывать вам, как говорится, обо всем, что тут происходит. Здесь мы, в отличие от первого проезда, видимо, уже сделали настил. Факт, конечно, непонятен. Были бы спасатели, спросили, никого нету. В принципе, берега почищены, дюны подрыли. Не хочу это особо комментировать. Тут был такой красивый лес рос раньше. Ну ладно, когда там воду спускали, но продолжать сносить что-то, не знаю, не очень. Установлены уже переодевалочки с рекламой без ТРЦ «Красная площадь». Ну, если не причастны, чтобы у нас было больше переодевалок, им спасибо, а то постоянно на больших пляжах, на этих местах образуются пробки. Обуваемся после моря и пошли смотреть, что здесь есть. Вот эти гостиницы, к ней пробивали тоже проход сочный. О, пляж Морей называется.
это место. Прикольно, почему бы нет? На улице Морской, пляж Марин. Вот эту бумажку мне, вот телефон Марин. Получается, только-только все сделали. Устанавливают. Здесь тоже, кстати, водичка была. Можно видеть, собиралась. Как говорится, ливневые системы не были сделаны в свое время. Так бы вообще никаких проблем не знали. Деревья все зеленые. Ну, такая тишина на самом деле. Это хотелось бы уже какой-то тут движухи даже побольше. И чем примечательно Джимате, то что здесь он находится на берегу. То есть сюда, если вы приезжаете, отдыхаете прям вот рядышком с морем. Это как и плюсы, так и минусы. Ну, каждому, как говорится, свой отдых. Я, допустим, больше люблю прогулочки. Собственно, и ценник здесь тоже побольше. Вот, смотрите, жители уже наводят порядки возле своих домовладений после вчерашнего дождика, чтобы все было чисто, красиво и классно, чего мы всем и желаем предпринимателям заниматься этим. Здесь везде гостинички, частный сектор, какие-то комнаты сдаются. Вот в этом месте вот прям не снимал, только вот на Виноградной снимал гостевой дом. Здесь пока мне не довелось. Это, кстати, одно из моих любимых заведений. Море и дым. Скоро, может быть, тоже откроется. Ждем его. И здесь еще Bon Appétit столовая. Тоже пока тишина. Причем, к сожалению, не работает она. И доходим мы уже по Морской до улицы Виноградной. Значит, дадим вам панорамочку, чтобы все разглядеть. Ну, курортная жизнь здесь еще, честно, не чувствуется. Это выглядит сама улица Виноградная. Вот там вот, за тем гостевым домом есть на обзоре у меня. Здесь тоже, думал, ребята открылись уже фруктами, овощами. Ну, нет, а здесь, смотрите, залили бетон и сделали ливневый сток. Не знаю, кому говорить спасибо, но это прям радует. То есть вот везде так надо делать, чтобы поднимать, чтобы вода стекала, а не по дорогам текла. Тогда была бы у нас красота. Здесь у нас территория уральских самоцветов бывших. Мы посмотрим, что здесь уже заработало, что открывается. Ну, пока, так сказать, шатковалка разгоняется все. Будем надеяться, конечно, что потом вот так вот чух, и все уже работает. Помню, здесь стояло несколько столиков, вот вам улучшили, уже навес появился. То есть бизнес развивается, это не может не радовать. Я не заканчивал. Это вы что-то там туда-сюда, зеленое, но теплое. Здесь смотрим, разнообразные вещи уже продаются. Хотя бы чуть-чуть, но некоторые торговые рынки запускаются. Тут парковочная зона имеется. И смотрим, здесь ребята спешат тоже, готовятся, ремонт, шпаклюют, все делают для того, чтобы как можно быстрее это помещение заработало. Шашлык номер 5 осталось название. Мы очень ждем запуска всех этих моментов. Потому что на первом, да, проезде мы смотрели, все уже работало. Здесь еще все только собирается запускаться. Я думаю, в ближайшее время все будет хорошо. Магазин уже работает. Пенное, живое. Парк аттракционов, кстати, уехал. Не знаю, вернется ли сюда или нет. Эти места многие как бы радовались, что он тут был. И отдыхающие встречаются. Это хорошо. Будем надеяться, что встречи с отдыхающими будут все более и более частыми. Странно, да, кстати, изменение, что здесь посносили все торговые ролеты, я смотрю. Ничего не осталось практически. Даже интересно, что же будет в этом году. И аттракционы, ну, вроде бы стоят они вот они, в таких домиках, но не работают. С этой стороны тоже залили бетон, чтобы с Пионерского проспекта, так понимаю, сюда вода уже не заходила. Ну, мы добрали до самого Пионерского, тоже гуляющие, отдыхающие люди с внучками. Вот такие детские развлечения уже есть. Это хорошо на самом деле. Тир. Мир. Я думаю, что надо перейти дорогу, но переходите только в положенных местах, потому что это не положенное место. Здесь очень красивые розы есть. Это у нас уже Пионерский проспект.
Здесь постепенно тоже все открывается, запускается. Шаурма Бушик. У Гарика называется место. Интересное название. Здесь стульчики поставили со стульями. Здесь вот забор сдавался в аренду, в итоге остался. Кафе Хинкальное. Самое интересное, что будет меняться в этом году, то, что здесь будет новое заведение вместо Гулливера. Хинкальное, я так понимаю, что это те ребята, которые у нас были в Витязево на Парли, так что к ним можно будет сюда приехать, тем, кому нравилась грузинская кухня, ребятки, у них было, честно, очень вкусно, мне нравилось. И врываемся уже на само Джимате. Просто я начинал отсюда, но вот эту часть не показал в прошлом видеосюжете, а сейчас мы в видео с вами все это посмотрим. Готовятся, готовятся, уже открываются. Ну все постепенно, сказка тоже готовится к запуску. И здесь вот две бар ресторана, они всегда самые первые начинают работать и уже все функционирует. Не может не радовать нас, прям хорошечно. И тут уже в Хинкале большими буквами предлагали. В общем, красота, ребятки. Жду вас в комментариях, пишите ваши отзывы, где отдыхали, что ели, пили Джимате на обзоре. И просите, какие места хотите еще посмотреть. Я буду стараться исполнять все ваши пожелания. Всем пока.